Привет, я играю здесь Fields of Steel. Так, сейчас и вот здесь я уже очень хороший. У меня здесь Катюша, Атлас. Очень-очень у меня сильный аккаунт. И сейчас мы начнем выживание в зимнем. Зимнее выживание у нас. Так. Мы можем стрелять с ракетницами. Вот у нас здесь заряжается, вот все видно. Над нами жизнь. Кажется, здесь скоро должен быть уже первый враг быть. Да. Так. И с первым врагом всегда видно второго. Ой, я попал в кого-то. Все, попал во второй раз. Самое интересное, что здесь у меня все удваивается. А этот бомбардир. Он может гранатами кидаться. Так, идем дальше. Катюша. Так, он у нас попал, но он не столько уронов наносит. Так, ну только 4 вверху. А мой рекорд был 159. Гаденыш. Все, мой родничка, ну. Ах ты. Ракетник. Так, все. Мы всех сделали. Так. И мы скоро дойдем до босса. На кого-то попал? Да. Катюша здесь очень часто, и она очень-очень сильная. О, нет. Это легион. Сейчас у нас здесь легион. Танчики. Должны его убить. Они такие сильные. У нас сейчас загрузка. Вот. О, мы смогли уровень пробы. Мы прошли легиона. И сейчас будет следующий босс. Пока отремонтироваться надо. Так. Нет, Катюша. Так, попали. И сейчас у нас мы только 18 человек убили. И они на меня одного урона. Так, у нас впереди есть то, что прежде. Компостер. Так, я сразу двоих смог. И запустил в них только 4 пули. Так, потом попробуем поиграть, Катюша. Так, я вот попала. Так, попали. А, я в кого-то еще попал, там кто-то еще. Все. Так,
Валим. И здесь еще сделаем. Так. Все. Вот попали. Кто-то близко. Так, вот как хоум анимация. Ну только 29 этих убили. А, я с одного удара могу даже как-то убить. У нас почти такой же, как и КБ-6. Атлас. Ну, КБ-6, кажется, нет. Так, сейчас второй будет. Много этих. Так, я 36. Так, его еще смогли. Так, дальше у нас идет по плану. По идее. Сейчас следующий босс, и после этого у нас все заканчивается. Кнут, бомбардир. Ой, нет. О, уровень пройден. Всем подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.